Приветствую вас, уважаемые друзья. В мои руки попала вот такая вот замечательная коробочка от фирмы Trumpeter. И здесь находится реактивная система залпового огня ГРАД-1 на базе советского автомобиля ЗИЛ-131. В наборе более 500 деталей, как указано на коробке, 500+. И находится это все вот в такой вот огромной большой коробке. Сейчас произведем вскрытие и сделаем небольшой обзор данной модели. Открыв коробку, мы видим сразу инструкцию, цветной вкладыш, рекламный буклетик. Модель 2017 года, довольно свежая, интересная модель. И схема окраски автомобиля «Урал». Как видите, литники все запечатаны в отдельные целлофановые пакеты. Коробочка почти полная. Отсек для фототравления литника с прозрачными деталями и колеса. Все запечатано. Сейчас аккуратненько за кадром распечатаю и продолжим обзор. Набор состоит из 9 литников из серого пластика и одного литника из прозрачного пластика. И также платы фототравления. Начнем обзор с литника с элементами кабины. И вот на первый взгляд, друзья, вижу очень хорошее литье. Достойно пролиты все детали. Конечно, присутствует небольшой облой, но это вообще не критично. Пластик у фирмы Trumpeter обрабатывается очень хорошо, и его обработать острым ножиком никакого труда у нас не составит. Ну а в целом очень достойно отлиты все детали. Толкатели все спрятаны, и питатели с внутренней стороны деталей, поэтому труда не составит их шпаклевать. Только если вы захотите сделать капот открытым, придется зашпаклевать несколько элементов. Очень порадовали данные кондукторы, друзья. Решетка на фары делается из фототравления, сразу готовый кондуктор, и это очень-очень здорово. По кондуктору делаем решеточку, все паяем, и будет просто замечательно. Также кондуктор присутствует для отбойников заднего бампера. Это тоже очень порадовало. Что еще можно сказать? Очень хорошо отлита торпеда. Ну и в целом, все очень достойно сделано. Теперь рассмотрим литник с элементами ходовой. Также видим отличное, хорошее литье. Все технологические отверстия высверлены. Облойчик присутствует, но очень-очень маленький. Даже не видно шва. Очень хорошо отлиты клепки. Хорошо сделаны редукторы, рессоры, подножки, бампер. А данная фирма очень хорошо делает модели и приятные в сборке. Как видим, литник с элементами двигателя. Очень хорошо детализирован двигатель. Также литье выполнено отлично. Ремни. Если делать с открытым капотом, то будет вообще здоровская модель. Опять же, это кто любит делать. Деталей очень много, как я говорил ранее, более 500.
литник с платформой под установку ГРАД. Опять же, все хорошо отлито. Очень хорошая детализация. Очень много мелких деталей. Особенно для любителей, кто любит пособирать. Я думаю, данная модель составит море удовольствия. Мне, друзья, данный набор очень понравился. Двойные литники буду показывать по одному. В наборе вот два таких литника с дисками, с мостами. Опять же, с рессорами. Топливные баки. Все также очень хорошо отлито и выполнено. Два одинаковых литника с реактивными установочками, с трубами. Мелкие детали очень хорошо выполнены. Опять же, очень хорошее качественное литье. Я думаю, набор соберут без проблем как новички, так и профессионалы. Литник с прозрачными деталями, лобовое стекло, боковые стекла. Пластик очень хороший, хорошая прозрачность. Фары довольно неплохо сделаны. Задние фары, передние. Поисковый фонарь. Плата с фототравлением. Присутствует в наборе такая вот декаль. И очень порадовало, друзья, очень порадовали маски для остекления кабины. Это вот реально отличная вещь. Не надо мучиться, вырезать, а они сразу готовы. И, конечно же, колеса, покрышки. Покрышки довольно неплохо сделаны. Присутствуют надписи. Неплохо сделан протектор. Ну, а теперь рассмотрим инструкцию. Инструкция, друзья, у нас черно-белая, на английском и китайском языках. И здесь 43 этапа сборки. Как видим, все очень хорошо. Как видим, очень хороший принт. Все очень хорошо отпечатано, все разборчиво, понятно. И думаю, проблем во время сборки не возникнет. Все этапы очень хорошо показаны. Заранее, конечно, перед сборкой надо хорошо изучить инструкцию, а потом приступать к самой сборке модели. Ну, здесь и так все понятно. Очень хорошо видно. Главное, повторюсь, не спешить. Хорошо обрабатывать детали. И собирать согласно инструкции. Установку можно выполнить как в походном положении, так и в боевом. На этом, друзья, обзор буду заканчивать. Данную модель вы можете без труда приобрести в интернет-магазине «Я моделист». Всех благ вам и вашим близким, друзья!